В этом сезоне «Кристалл» играть не будет, сообщает информационное агентство региона. Областная власть не поддержала хоккейный клуб на уровне, необходимом для выступления в высшей хоккейной лиге. Не удалось также решить вопрос внебюджетной помощи. Не оказалось спонсора, способного оказать клубу существенную финансовую поддержку. Высшая хоккейная лига, в свою очередь, больше не стала ждать «Кристалл» и составила календарь сезона без нашей команды. Таким образом, в этом году играть будут 24 команды, в прошлом их было 26. Неизвестна также судьба молодежной команды, календарь их игр еще не составлен.